улицу Бердяева. Мы с ним очень интересно посидели, там порассуждали. И он так это описывает абсолютно реально. Эта статейка имела колоссальный успех, он стал писать после этого. Там, и так далее. Вот, идея в том, вот Настя как раз, замечательный человек такой, она, у нее была оговорка по Гофману, оговорка. Она сказала, орден кавалера Глюка. Идея клуба кавалера Глюка состоит в том, что есть люди, которые как-то физически не умирают. То есть они как бы умирают, но не умирают. Причем это не какая-то, там, знаете, Пушкин живет в своих стихах, там такая байка. А вот реально он как бы встретил. Вот я такой решил учредить такой странный орден, где есть такие разные люди. Типа там Глюка, там Моцарт, еще какой-то, который физически присутствует среди нас, вот, может быть, где-то здесь сидит, кто еще. Ну все. Что-то не получается, говори. Фильм «Секрет». Ну, фильм, да. Ахен, никто не знает, это такой город замечательный, это Каролингов империя была когда-то, в 9 веке, потрясающий город, один из немногих, который не разбомбили во время Второй войны. Там есть ротонда Карла Великого. Yeah.
оставляй.